Министерство иностранных дел России приветствует инициативы, направленные на установление прочного мира и добрососедских отношений между Баку и Ереваном. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что основой для налаживания взаимоотношений служат договоренности, достигнутые лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Россия готова оказывать всяческое содействие данным процессам. Предстоит преодолеть немало трудностей и препятствий, выстраивая взаимодействие с нашими азербайджанскими, армянскими друзьями. Делаем акцент на том, что стабильность, устойчивое экономическое развитие Южного Кавказа отвечает интересам всех партнеров России по этому региону. Мы рассчитываем, что в практических делах стороны будут стремиться к шагам, направленным на нормализацию отношений, созданию атмосферы доверия, а не новых разделительных линий.